Снова всем привет! Продолжаем зарубаться на мой день рождения. Участники следующего движения: Алексей Новосельцев, Александр Шуйский, Мурат и я, Алексей Шредер. Очень классное упражнение, оно мне очень понравилось. Спасибо Андрею Смольникову за то, что он мне его подсказал. Настоящий вызов. Это в рамках Федерации силового гиревого девятиборья упражнения «Жим двуги лежа». Самостоятельным взятием. Я напомню, кто еще не видел. Задача у меня сегодня огромная. Пожать 2 пили по 4 пуда, по 66 килограммов. Сейчас кто-то сложит эти две суммы и скажет: 132 килограмма, это фигня. Ну, друзья, вы не понимаете, это жим двух гирь, а не 132 килограмма. Это очень тяжелая вещь. Здесь совершенно другой центр тяжести. И я покажу на двух гирях по 49, как выглядит это упражнение. Напомню, самостоятельное взятие. Можно брать, как Александр брал, я видел на соревнованиях, сюда-сюда, потом садится. А я делаю вот так. Взятие, две гири, так раз, оп, на ногах. А потом ногами заталкиваю в положение лежа. Так, и нужно выжать. Оп, фиксация, и можно спустить. Это были гири по 49. Все, сейчас мы все разомнемся и будем жать свои максимальные веса на один повтор. Очень сложное упражнение. Посмотрим, у кого сколько получится. И доезжай. Начнем, друзья. Друзья, мы разминаемся. Александр Шуйский не церемонится. Сразу гири по 61,6 кг. Поехали, Александр. Это вот тот максимальный вес, который мы подняли когда-то с Пашей Бабичем на раз. У Александра, кстати, тоже это рекорд пока. Оп, взятие у Александра интересно. Очень осторожно. Очень интересно, на мой взгляд, взятие. Но сложное. Давай, 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 до конца. Есть, опустим. Есть. О. Александр решил сразу больше не тратить силы и пожать максимум. Я понимаю, жесть. Гирки по 57 килограмм. Пока что. Опа. Хорошо. Первый повтор самый тяжелый. А по 66 это уже задача на... со звездочкой, как говорится. Так, Мурат, попытка жима гирь по 57 кило. Еще раз повторю, это не жим лежа 114 килограмм. Потому что пожать для Мурата 114 килограммов штанга — это как раз. А пожать гири? Давай, давай, давай. Вот. Удержать самое сложное. Удержать самое сложное. Алексей Новосельцев. Гири по 57. Поставить на днище. Максимально близко к животу. И задача как можно дальше затолкать. Я не поворачиваю сейчас. Поворачиваю с конца. Максимально близко к конце. И только в конце выворачиваю. Главное не упусти момент. Резче надо было ногами. Смотри, ты медленно очень сложился. Надо было так. Ты! Туда зачем? Побои залетели. Или ты боишься? Повернешься. Look at your leg! You're still trying to win. То есть очень важно, как бы туда прям, чтобы залетели. Ты должен их ногами закинуть. Мощным толчковым движением выбросил на себя. Не затащил. Гири по 61,6. Thank you.
пожал легче, чем в прошлый раз. Тогда рожал, да. Но теперь как пожать по 66? Возьми и сдай ЕГЭ. Мурат! Паша подсуетил очень сильного спортсмена. Мурат сильно поднимает. Сейчас у него попытка 61,6. Мурат, очень мощно далеко ногами закидывать, иначе потом не долетяшь. И удержать его, удержать. Вот, удержал. Удержал. Давай, давай. Ого, красава, пожал. Пожал, молодец. Сейчас будем бороться за ЕГЭ по 66. Не знаю, как это будет, это еще никто не поднимал. Я! Друзья, сейчас самое сложное у всех. Гири по 4 пуда, по 66 килограмм. Ну, у Александра сложное взятие. Я не знаю, как ты так возьмешь. Ну, попробуй. Попробуешь, да? Отлично. Александр пока не смог, сейчас следующий буду я. Мурат, мы еще немножко отдохнем. Алексей, ты будешь что-то делать? Да. У Алексея со взятием проблема. Гири по 57 кило. На днище, максимально близко к животу. Задача бедрами оттолкнуться от пола, максимально закинуть на себя. Туда, далеко прямо. Толкнуть в себя, гири. Быстрым движением. Вот, уже лучше, вот, быстро сделал и норм. Разминка, да, пошла? Все, не выкладывайся, а то по 61,6 надо еще пожать. Отлично, вот у Алексея основное это взятие. Если 61,6 следующий, да? Тебе надо взять. Вот именно резкое, мощное движение ногами. Так, 66 возвращаем на базу. Нет такой боли, чтобы сломала меня. It's official. You suck. Но взятие, видите, я взятие умею делать без проблем. Взятие шикарно. Да. Умею, но в магете, да? А пожать их... Вообще, они какие-то камеры. Ну еще раз попробую. Это вам не 132 килограмма пожать штангу. У меня вот пригорело. Ну, скажу, что непросто. То есть, когда их закидываешь, они в стороны разлетаются. Надо сильнейшим движением их жать. Иначе чуть-чуть не удержишь, а на раз, и все, и дальше не удержишь. Александр своей методикой... Методика способа Кукоцкого не сработала. Александр, а ты никогда не пробовал, как я делаю взятие? Нет, попробуй. Друзья, 66 кило каждая гиря. Эти гири еще чем отличаются от предыдущих, они большие. И ручка толще, и они крупные. Очень давят в руку, в бок. Сейчас резкое движение к центру, ногами закинуть и удержать. Давай, брат, можешь. Оп-оп-оп! Да, раскинули. На плечо села, я думаю, что не будет лучше держать. И подолась сразу. Опа! О, взятие есть. Давай. Жать. Разобраться нужно с вектором. Жестко, да? Просто лютые какие-то. Вы даете нереальные планы. Поехали. Александр Шуйский, еще одна попытка. Своей методикой берет гири по 66 кило. Ах! Это сложная методика. Итак, гири по 66 кило. Что?
Нам необходимо эпичное взятие. Алексей говорит, что он может пожать, если возьмет. А взятие ему дается сложно. Поэтому нужно собраться и ногами очень сильно затолкнуть их на себя. К телу максимально близко ладони. Как это поднять? Божечки мой. 12. Гири по 66. О, да. Четкое взятие. Ну сейчас я зацепился, я почувствовал, что можно давить. Тогда я не мог, а сейчас я... С мертвой точки сдвинул. Да, сдвинул с мертвой точки, но больше делать не буду. Лучше 61,6 на количество пожмем, потому что 66 это прям... Просто какая-то хрень неподъемная. Они руки выкручивают во все стороны. Это подъем непростой. Так. Самый буквально подъем. Из 9. Самый жесткий из 9 подъем. Пробуем. Давай. Сколько максимум? Саша занимает 4. 65 никто не сделал. Александр по нашей методике пробует. Саня, осторожно, очень осторожно. Развернись, смотри, что тебя не порвало, Саня. Будь осторожен. Тут надо ногами закинуть. Если ногами не закинуть, ничего не выйдет. Руками одними не взять. Всего? Ну, давай! Давай! Чуть-чуть. Чуть-чуть не дожал левую руку. Чуть-чуть дожал? Вот это, слушай. Ну, Александр красава, он очень большие леса жмет, стоя. И поэтому лежа оно как бы экстраполировалось. Почти. Жалко. Нравится борьба за гири по 66 кило. Четырехпудовки. Кто будет писать 64, нифига, сейчас специально для вас вешу. 4 пуда это 66 килограмм. 65,5? А на весах, по-моему, 66 килограмм. Они, наверное, чуть-чуть не точные. Ну, гири. Ну вообще так. Давай. Мощно ногами затолкать. Пицца ждет. Давай, Сейчас есть взятие? Научился. Теперь главное пожать и зафиксировать. Посмотрим, сколько. Давай, выпрямляй. Жестко. Тут сложно отдохнуть, кстати, с гири. Да. Давай. Видите, как сложно. Даже такие мутанты жесткие, которые умеют гири вжать. Что, Олег, я еще попробую разочек. Да? Я 66 точно не буду. 61,6 пожмем на количество. Я думаю, что тебя никто не ждет, потому что нет возможности сжать никого. Вид новый, а тут самый подготовленный ты на самом деле. Да, вот здесь и попробуй. Да, ты прав, 65-55. А я думал, они 66. Ну, 65,5 это не 64, как некоторые думают. То есть это настоящий 64. Вот этого не верю. Саня, жесть. Я тоже потом еще раз. Саня, ты сделаешь. А что, кто первый пожмет, тот и победил. Так.
Ну, это рекорд того, кто первым становится. Готов? Ну, видишь, как ты наплатыкался уже взять. Молодец. Отлично, давай. Сам, внимательно, внимательно, не торопись сейчас. Отлично, еще одна попытка Александра Шуйского. Меньше вот сил потратить нужно на взятие, и тогда должно быть. Уточнили вес гирь 65,5. Взятие четко это, так один. Перепутал, да? Мурат, пожмем по 61,6? Двумя. Сейчас пошло пробовать. Эти? Да, понятно. Борьба за гири 4-пудовая продолжается, друзья. Борьба за протеин, на самом деле. Очень близки были Алексей Новосельцев и Александр Шуйский. Александр Шуйский уже одну руку даже разогнул. Сейчас Мурат сделает, давай. Оп! Взятие хорошее, экономичное. Давай! Но! Тяни это дерьмо! Неплохо, тоже почувствовал уже. Ну жесткий. Поработали. Кто все-таки возьмет сегодня гири по 66? Александр сразу? Да. Он твердый. Хочет пожать 65,5 каждый день. 4 пудов. Это упражнение для силачей. Не надо писать, что там плохо, травмоопасно. Стронги поднимают все травмоопасно. Мы не качаемся в тренажерчиках, друзья. Мы занимаемся тем, что нам нравится. Это не то, что мы говорим, идите и поднимайтесь. Алексей сразу, да? Так, Алексей Новосельцев, еще одна попытка. Там даже есть библиотека ленинская. Какая сегодня борьба идет за гири? 4-пудовая. Брать эти гири настоящий вызов. Ногами затолкать. Оп! Затолкал! Дожать и выпрямить! Немного не хватило! Друзья, 4-пудовки пока никто не пожал. На самом деле там сложность не только в том, что они весят по 65,5, а в том, что тело гири большое. Гири более крупные, и сжать их гораздо менее удобно. Так что размер гири тоже имеет значение, не только их вес при жиме. Ну а я попробую сейчас пожать гири 61,6 кг. Это точный вес гири, даже потом покажу. Один повтор был сегодня, в прошлый раз был один повтор. Чтобы был рекорд, надо пожать более одного повтора. Все. Но на 65,5 я пока не готов. Оп! Нет, что, не туда идут. Ну, блин! Такое ощущение, что сил уже нет. Пару раз не туда запустил, их очень важно правильно запустить. Короче, не буду жать, слил это упражнение. Надо еще делать остальные упражнения. Не получилось. Правда такая. Ты слабак. Брат тоже попробуй пожать гири 61,6. Более одного повторения. Я тоже первый на урок, и второй был на урок. Собраться, и третий.
Нервы ж пожали нормально, запасы. Силы закончились. Потому что самого жима не было в свой час. А, наверное. Жима же не было, видишь? Да, наверное. Взятие. Мы делали взятие, да. На взятие очень много сил потратили. Это кажется, смотри, сейчас какая фишка. Вот когда ты гири берешь, сюда ее закинуть, кажется, что, ну, положилось на грудь, ничего подобного. Они разваливают тебя в стороны, и ты должен очень сильно напрягать грудь и плечи, все, чтобы они тебя не разорвали в сторону. Пополам. Да что ты, черт побери, такое несешь? Друзья, у нас с Мурадом силы закончились, мы сдохли, не смогли даже 61,6. Последняя попытка у Алексея Новосельцева. 66 кило. Если пожмет, водная, креатин, моногидрат. Вот и Лавар будет... В руках Алексея Танк. Давай, Алексей. За Шредера и за креатин. И за рекорд. Главное взять, мощно ногами затолкнуть. Мощное взятие на себя ногами, дотолкать до конца и удержать на центре. Оп! Есть! И пожать, и зафиксировать. Дожать и зафиксировать. Левая, левая. Друзья, ни у кого сегодня не получилось поднять, пожать гири по 4 пуда, которые весят по 65,5. Очень тяжелый вызов, никто не смог. Но самый близкий к результату в понятии был Александр Шуйский. Поэтому, друзья, подарок очередной от Эвалар, креатин моногидрат, полкилограмма, переходит в руки Александра Шуйского. Он молодец. Друзья, ссылка в описании, отличный спортпит по промокоду Шредер, 10% скидка на весь спортивный ряд питания от Эвалар. Большое человеческое спасибо.